Всем привет, ребят, с вами Андрей. И сегодня я покажу, как скачать платные игры бесплатно. Нам надо будет приложение AckMarket. Ссылку на скачивание приложения AckMarket я оставлю в описании. Вот, нам надо скачать вот это вот приложение под названием AckMarket. И в нем все игры бесплатно. И вы можете скачать Minecraft на Android бесплатно в AckMarket Minecraft на Android. Можете скачать GTA. Да, GTA реально, я могу сейчас показать. Я сейчас выйду в AckMarket, и я вам все покажу. Вот и все, мы в AckMarket. Вот тут все игры, и сверху есть поиск. Я нажимаю на поиск. И смотрите, я пишу Minecraft. И смотрите, Minecraft бесплатно. Здесь все игры бесплатные. Minecraft бесплатно. Переходим дальше. Допустим, GTA, да? Вот, GTA 3 бесплатная, то есть мы можем взять и скачать, но мне, к сожалению, на нее не хватает памяти. Поэтому я не могу скачать, но это GTA 3 реально. И здесь есть GTA San Andreas, тоже классная GTA. Да. И, ребят, что самое крутое, это бесплатно, бесплатно, вы прикиньте. То есть обязательно переходите по ссылочке в описании. И я оставлю ссылку. Вот еще есть Vice City GTA. Много GTA. О, Vice City. Классная GTA. О, да, это здесь есть Майкл. Это реальная GTA. Да. Переходите сейчас по ссылке в описании на скачивание приложения, какое называется AckMarket.